музейном комплексе «Дорога памяти» состоялись торжества, посвященные 90-летию военно-транспортной авиации России. В главном храме вооруженных сил прошел молебен, освящение боевых знамен управления, соединений и авиационных полков ВТА. Гости праздника смогли увидеть показательные выступления различных подразделений. Над Соборной площадью пролетели самолеты Ан-12, Ан-22, Ил-76, МД-90А, Ан-124-100. Кульминацией праздника стало выступление пилотажной группы «Русские витязи».